Федеральным законом об исполнительном производстве закреплено право граждан, являющихся должниками по исполнительным производствам, сохранить прожиточный минимум. Для этого гражданину нужно обратиться в отделение Управления Федеральной службы судебных приставов, в котором находится исполнительное производство в отношении данного гражданина, с соответствующим заявлением, в котором необходимо указать свои данные, а также номер исполнительного производства и номер банковского счета, по которому необходимо сохранять прожиточный минимум. В случае, если исполнительный документ уже направлен в банк, то тогда нужно написать заявление непосредственно в кредитную организацию, где находится исполнительный документ. При этом прожиточный минимум сохраняется только на одном банковском счете должника.